Всем привет! Недавно купил iPhone, вот. С ним были наушники айфоновские в комплекте. Вот решил записать небольшое видео, как бы, ну, поделиться впечатлениями от этих наушников. В общем, сами наушники мне понравились, то есть звучание у них достаточно чистое. Звук хороший в этих наушниках. Но вот одна проблема мне больно не понравилась в них. Это в том, что у них они как бы выпадают из ушей. Я не знаю, у всех так или только у меня, но в общем, когда их вставляешь в уши, и когда идешь, допустим, быстро, чуть провод натянется, они сразу вылетают. То есть приходится все время их поправлять. Вот как бы это мне не понравились, эти наушники, хотя они в магазине стоят 2000. Что-то 2050 рублей в Эльдорадо стоят. У них пультик такой тут. Ну, кстати, эта кнопка, ну, типа, плюс это громкость прибавлять, минус это убавлять. Один раз нажимаешь пауза, а два раза переключение мелодии. Можно попробовать. Как бы звук тут, конечно, не услышать. И в общем, хотел бы еще кто-нибудь может спросить, что ли, как вы с этим справляетесь, что они выпадают, можно ли какие-нибудь купить приспособление. Я тут видел на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе, короче, такие вот накладки идут сюда. С этой штучкой такой. И типа она в ухе держится. Но я что-то думаю, что это фигня все, и ничего это держаться не будет, конечно. А есть просто силиконовые такие накладки. Ну, как бампер на телефон. Так, одеваешь его сюда. И они типа больше становятся, как бы, и держатся в ушах лучше. Ну тоже как-то вид у них такой неэстетичный будет. Но там они прозрачные есть, белые, там еще разных цветов. Вот. Если кто пробовал, и как они держатся с этими накладками, или просто силиконовыми такими накладочками, напишите в комментариях, если не сложно будет. Но в принципе звук-то, конечно, у них хороший. Басы хорошие, как бы. Ну, не сказать, что уж там супер, но очень приличный звук-то. Ну, вот они стоят 2000. Ну, я думаю, за 1300-то можно примерно такие же наушники купить. Ну, чуть-чуть, конечно, они подороже, чем... Да, на 2000 они, наверное, не тянут все-таки. Но как в комплекте идут айфоны, так нормально, как бы. Меня все устраивает. Ну, вот, попробовать. Громкость прибавляется, убавляется. Так, это пауза. Один раз нажимаешь. Пауза-то хорошо работает. А вот, когда, допустим, играет два раза. Раз-два. Ну вот сейчас переключила. Раз-два. Вот. Когда смотришь на них, они переключают, то хорошо. А когда идешь, бывает, они переключают. Ну, в принципе, переключать-то переключают, вот когда на них глядишь. Ну а так они что, они еще с микрофоном. Тут микрофончик есть. Если кто-то музыку слушаешь, там музыку слушаешь, кто-то звонит, сразу можно ответить, нажать там, и сразу ответ идет. Ну, тут говоришь, микрофон, в наушниках слышишь, так-то в принципе все прилично. Можно разговаривать и совсем как бы. Ну, в принципе, устраивают так-то. Вот я говорю, вот то, что если бы они не вылетали, хорошие наушники, неплохие. Ну вот вроде все, что я хотел сказать про них. Если кто-то ставил накладки
вот эти накладки, либо такие вот штучки, чтобы они держались в ушах. Напишите в комментариях, как они держат, не держат. На Алиэкспрессе они стоят, по-моему, там что-то 50 рублей за пару. Так-то копейки стоят. Если, конечно, они держали бы, то, конечно, можно бы купить бы их. Ну, в общем, вроде все. Всем счастливо. Пока.